сразу так хорошо. Потерпи немного, пусть это сложно, но осталось каких-то 5 сотен дней. За себя тревожно, всерьез тревожно. За тебя, пожалуй, что пострашнее. И в груди, где ссадины и осколки, родилась и быстро растет душа. Тебя нельзя оставлять надолго. Так, в прямом эфире, из монтажа. Все написано на упрямом лбу твоем, простым, всем заметным, черточковым языком. Я уже иду, но 5500 километров мне нужно пройти до тебя босиком. Пусть хоть кто-нибудь там закроет форточку, чтоб тебя не выдуло сквозняком. Напиши мне на этот адрес. Никогда больше. Точка. Ком. Я в пути. Я с бушующим синим перед собой, и оно шипит, как гигантский змей. Подожди идти на весь мир войной, но еще каких-то 5 сотен дней. Ты становишься в каждом из них. Все старее, холоднее и злее. Я уехала так далеко, чтобы забыть тебя, чтобы стать умнее, но ему виднее. Не могу понять, то ли воздух тут слишком плотный, то ли жабры мои из стали. Я готова на что угодно, теперь вот на что угодно. Лишь бы он меня не оставил, ведь тебя он уже оставил. Я иду и стираю слезы огромным, черным, мерцающим в звездах носовым платком. Напиши мне на старый адрес, пока не поздно. Навсегда с тобой. Точка. Комната.